время неизбежно идет вперед. Но есть в истории моменты, которые навсегда остаются в наших сердцах. Великая Отечественная война. Это не только раздел в учебниках истории. Это наша кровь, наши слезы, наша победа. Память. Это не просто слово. Это обязательство перед теми, кто отдал свои жизни за наше будущее. Значит, рассказывать нашим детям о своих фронтовиках, о героической борьбе нашей страны и о жертвах, сделанных во имя мира и свободы. Помнить – значит хранить верность отчизне, защищать и трудиться в ее интересах. В наших жилах кровь победителей. Мы никогда не забудем великий подвиг ветеранов.